Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным, страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, выживем мы или нет. Да, нас, возможно, заразили, но пока что мы живы, все хорошо. У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Я бы так не говорил. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Да, пока что все хорошо. Ну что же вы? Идите, идите. Да иду, иду, не нервничай. Иди, как сюда, только меня сюда починят, я сразу тебя найду. Не смотри. Даже не соскучиться смотри. Не успеешь. Что там, окей, папа? Будем ждать. Что? Кого повезли? Ничего. Не видно тебе? Все хорошо. Да все разве хорошо. Поймешь? Ты вроде из восьмого. Эпидемия зараженности, это вся. Семецкий это, Юрка. Да. Перспективы, конечно, не очень. Это уже зараженные. Он уже вообще, он в печку уже закидывает. Что? Не стойте здесь, опасно. Вам это так не пройдет. Я понял, ладно. Я совершенно здоров. А вы меня тут заперли. Да еще с трупом. Что теперь делать? Что делать, доктор? Да, эпидемия, конечно, не очень. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да, да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. Самое интересное, кому мне надо найти-то? Тут никого нет, кого я знаю. Хорошо. Так что, вы смогли выделить его? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Без исходного образца... Доктор, вы же знаете, я не медик. Заражение это... Прошу прощения, полковник. Факты таковы. В первые 2 дня смертность составила 95%. На третьи 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой. Измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения... Так, ладно, двинули. Оружия. Именно на основе этого возбудителя. Но это со всеми вопросами к врачу. Да безусловно, мне бы только врача найти. Так, как тут пройти-то? Вы, да вы, проходите. Хорошо, проходим. Сейчас начнется еще тут
Все. Начинается веселье. Вот пора. Говорили же, стоять. Походу, кого-то там пристрелили. Так, где я вообще? Никого тут нету. Проходите, проходите, здесь нельзя. Нифига вы, ребята, тут сейвите. Я даже его и не заметил, этого чувака вообще. Артём, я здесь. Здорово. Рад, очень рад, Артём, что вы со мной. Привет. Давным-давно тебя не видел. Сказочно повезло. Ага. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Идем. Обязательно нужно вернуться, обязательно. Там инсулин, она же не выживет. Рада бы патронов докупить бы. Нельзя туда. Как же мы купим? Беженцам повезло, что здесь оказались. За него же гадили. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Так, оружейка здесь есть. Это хорошо. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот в смысле вы не можете? Давайте, ребята, открывайте дверь, а. Заходим. Чё вы там? Мы уже давным-давно договорились. Артём, путь нам предстоит не близкий, так что пополни боеприпасы и фильтров. Кто знает, когда еще удастся. В общем, мужики, повезло нам, что тут рейнджеры оказались. А чё они вообще в бой пошли? Им что, до нас, что до беженцев этих? Дело никакого. Чё у вас тут есть-то? Подходи, рейнджер, подходи. Эй, рейнджер, есть отличные вопросы. Я с ними не заключал никто. Даже на словах не подходи, решили. Заходи еще, рейнджер, заходи. Есть на жизнь. Подходи, подходи. Недорого. Такого и у вас. В Спарте нет. Не влезет столько. Гранаты. Очень выгодная цена. Лучшая картечь делается в Ганзе. Бери и окупятся. Покупай смело. Дешевле не найдешь. Покупай. Так, а фильтр-то где у вас, ребята? А? А фильтры мы просто так взяли. Какими такими? С красными. Так, а что еще могу я купить? Что-то я не слышал. Покупай, покупай, окупятся еще как. Отборные шарики недорого, выгодная покупка. Снайперские покупай, патроны. Покупай, лучше цены тебе никто не даст. Да нет, все нормально уже. Так, вроде все купил, идем. Обрати внимание, Артём, какие средства Ганза бросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Внимание. Видно, хотят добыть лишний козырь для переговоров. Удачи в тоннелях, рейнджер! Спасибо. Спасибо. Что у нас? Река судьбы. В другом месте случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время. Настоящее. И лишь одно место. Метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. Мне догонять Черного. Ане — сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное — непозволительная сейчас роскошь. У нас на выход! Открывай! Так. В полисе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все. Нет, это шлем-то весь. Войны не избежать. Противогаз отреснутый. Если не случится чудо. В
Ну ладно. Проходите. Идем. Так, двигаясь по тоннелю, поезд с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Какой? Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идет? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Идем, Артем. Пойдем. Аккуратнее там с генераторами. Попробуем. Никакой. Ну что, идем? Пик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях, а еще больше в самом себе. И сгинет без следа, как это случалось не раз. Но мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Нам бы надо вот эти вентиляторы подключить. Все думают, что метро — это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть нифига метро ты бессмертный. Особое место. Там мало кто бывал, почти в упор. Никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, так, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Надеюсь, Ханта нас не покинет так же быстро, как некоторые. Если в реку судьбы вступит человек, с Ханом-то охота подольше походить. Желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Так, пойдем. Тут чуть-чуть осталось. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Ну да. Нам надо метро, его по-любому отыскать. Живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее. О, крысы. Ну что, идем? Че у тебя за ствол-то хоть? А че, подожди. Здесь ничего нет интересного. О, книжка. Карантин, вообще ни одну не нашел. Заражение тоже ни одну не нашел. Ладно, простят меня, надеюсь, люди. Знакомый, кстати, звук-то. Может, лучше дробовик взять? Тут надо быть настороже. Хорошо. Надо так надо. Глухое место. Ну что, Хан, идем. Не очень-то безопасно. Yeah.
Жесть, чуть не съели. Ну что, идем. Понятно. Вот еще один клиент. Как ты там говорил? Идем же. Фильтр — это хорошо. Нифига ты исполняешь. Неплохая сальтуха у тебя была. И пустота. Пойдем дальше. Пойдем. Подожди-ка. Хорошо. Там за паутиной что-то есть. Решетка. Занимательно. Знак. Решетка прогнила. Да и приварена насколько. Подожди-ка, тут еще дверь какая-то. Артем, помоги. Подожди. Там у тебя? Давай. Давай. Она уже вся высохла, эта решетка. Артём, жги паутину дальше. Жгем, жгем, жгем. Так, куда нам? Смотри, вода. Мы почти пришли. Где-то недалеко. Каску задел, вот она исполняет, а. Вокруг смыкается тьма. Главное не потеряться в ней. Теперь почему фонарик не работает? Я до сих пор не понимаю. В чем прикол? Это у нас? Думаю, это тебя. Меня? Шутка такая. Ну хорошо. Алло. Артём. Сынок, это ты? Артём. Пойдем, хан. Тут нельзя долго оставаться. Это она, река судьбы. Великая, иногда выглядит жалко. Надо войти в воду. Ну давай. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Уверен? Не бойся, сюда тебя привел не я, а сама судьба. Дальше, иди дальше. Думай о черном, и река вынесет тебя к нему. Не знаю насчет, куда она меня там вынесет. Ты куда? Куда он там пропал-то? Ну вообще. Жесть. А, так это же башня. Это же башня, в которой мы принимали свое решение.
Узнаешь? Это башня. Конечно, узнаю. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу своими руками. Это их город, их дом. Все, что от него осталось. И вино. Так, и вина вся лежит на мне, да? Это он. Черный. За ним. Угу. Думаешь, так просто его поймать будет? Ну не знаю. Вряд ли. Быстрее! Вряд ли он нам так быстро отдаст. Стоять! Ты где? Короче, все, куда-то он делся. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Ну да. Попробуй еще раз, Артем. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. Смотри! За ним, скорей! Впереди! Да, попробуй догнать его. Стой! Скорее, вперед! О! Нет, за ним! Да, полетел. Вот это он, конечно, исполняет, черный. Куда я там опять упал-то? Где я вообще? Дьявол, я и забыл, что река не только мистическая сущность. Опять горит. А сейчас фонарик заработал, да? Ну что, хан, идем. Выходили из реки, черный был совсем рядом. Думаю, он и сейчас где-то не дрожит. Что-то там случилось опять. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно атака на ваш пост. Главная цель — эвакуационный поезд. Боевая тревога. Опоздали. Да, опоздали. Вот вижу какой-то ключ. Но поезд явно где-то здесь. Так, а вот сейф боевая надо найти. Повторяю, боевая тревога. На линии обнаружен диверсионный отряд красных. Ожидается атака на ваш пост. Повторяю, возможно атака на ваш пост. Главная цель — эвакуационный поезд. Боевая тревога. Что, на дрезину садимся, поехали. Прыгай в дрезину. И поможет нам лишь чудо, Артем. Помни, что я рассказал тебе про Черного. Наша судьба — спасти его. И может, он спасет всех нас. Это я помню, конечно. Нам надо его спасать. Итак, какая наша глава следующая? Поезд в будущее. Я не верю ему. В такое нельзя поверить. Но хам не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех Черных. А потом... вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Это ты хорошо. Слышишь? Конечно, слышу. Это он! Меня!
ошиблись! Скорее, догоняем! Красные! Держись, Артём! Блин, перезарядиться нужно. О, красотища! Ну ты шанс даешь. Вот он! Как только поравняемся с поездом, перепрыгивай, иначе остановить его нам не удастся. Понял тебя. Они уже на поезде. Пойдем по параллельному пути. Поезд едет в Ганзу. Да понимаю я. С клетками и освободи черного, а потом рви стоп-кран. Я постараюсь не отстать. Хорошо. Давай, пошел. Ну давай. Давай, 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 залазь, залазь. Красава. Ну что, погнали. Чё, не загорелся? Бывает. Понятно. Странные вы ребята. Надо, по-моему, пушку повеселее взять. Меня задело. Я уж думал, тебя убило. Держи. Да ладно. Что-то вас больно до хера здесь. Ну и где он? О! Че у нас тут? О! Ну понятно. Ну понятно, вот он черный. Куда это? Стой, стой, стой. Не уходи никуда.
Я же Артём. Ты же меня должен помнить. Вот и мы в воспоминания отошли. Давным-давно уже они с нами друзьями были, черные. Мы просто этого не помним. Начиная еще с детства. Они понимали, что Артём создан для чего-то более, чем просто жить. Мама! 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 Артём! Мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. И впоследствии, как я понимаю, маму ему заменили черные. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Он что, сознание потерял, что ли? Так. Ладно. Берем его. И потащили. Давай, Тёма. Выбор у нас невеликий. Придется тащить его. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Следующая глава, ребята, ребенок. Ну, давайте. Потащили мы его. У меня выбор небольшой. Вверх. Воздух. Вверх. Черный. Вверх. Ему нужен воздух. Отлично. Тут хорошо. Вокруг сияние. Вроде как внизу бы все нормально. Трудно дышать. Так, спокойно, плохо спокойно. Жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние. Хорошо, но рядом иди. С тобой. Угу. Это очень хорошо, что он пойдет с нами. Так, ладно, давайте двигаться дальше. Не бы найти бы какой-нибудь бы новый противогаз бы. Вот отлично. А то все стекла уже побитые. Скоро дышать нечем будет. Возьму-ка я пушку поинтересней. Что, ты здесь залезть, что ли, не можешь? Ну давай. Слышь, что? Я не понимаю, тебе что, туда трудно залечь, что ли? В чем проблема-то? Не, ну явно нам не туда. Значит, сюда. Oh.
Я помогу видеть. О, это хорошо. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Вот и правильно. Пускай устал. Боятся. У меня и так патронов на всех не хватит. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Не знаю я насчет всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, ну, много кого. Нужное мне. Пока не могу нифига понять. Он стартанул. Что-то важное. Не виделись. Скучал без меня, наверное, да? Блин, тут лед. Не очень-то хотелось бы, чтобы он трескался. Опять ты, что ли? Да ты сдохнешь, нет. Даже офигеть. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Ой, это плохо. Вы все носите вещи. Ну да. Я тоже хочу, как ты. Ни хрена себе. Какие они здоровенные. О, книжка. Ну, здорово. Ну, давайте, ублюдки. Смелее. Все? Или еще кто-то? Ты что ли? Ну, вот правильно, давай. Да что ты орешь-то? Давай, иди сюда. Ладно, двинули. Большие поклонники.
скоро у меня патроны кончатся на дробовик. Придется брать что-то поинтересней. Я думаю, фонарик мне тут не нужен. Демоны, понятно. Смотри, я как ты. Блин, ты меня напугала. Рад за тебя. Да. Жесть. Сколько здесь скелетов? О, здорово. Ё-моё. Надо же было, да? Чтобы этот козел вот именно в этот момент появился, этот демон. Надо быстрее всплывать. Давай, давай, тянь. Берегись. Опять этот дурак, блин. Никакого, сука, спокойствия, блин. Так. Это отлично. Живем. Так, это демон. О! Да пошел ты. Вот, правильно, ёп. Как же он, сука, смог туда забраться-то? Чего у вас так до хера-то, блин? И куда мне ломиться? Уа! Понятно. Здорово. Как оно? Да пошел ты. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали... Город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Да я не знаю. Почему надо так мало? Быстрее наверх. Вы убили всех. О! Своих. Ну вот и. Странно. Глупо. Зло.